В эпидемический сезон 2017-2018 годов в Татарстане ожидается распространение свиного гриппа. Об этом сегодня заявил главный внештатный детский инфекционист республики Владимир Анохин. По его словам, ожидается вирус по своей тяжести, схожий с тем, что был в 2009-2010 годах. Напомню, в тот период были зафиксированы летальные исходы. Как отмечает Анохин, все погибшие не прошли вакцинацию против гриппа, тогда как привитых среди заболевших не было. Налоговая инспекция напоминает о необходимости уплаты имущественных налогов за 2016 год. Сделать это необходимо до 1 декабря текущего года. Рассылка налоговых уведомлений будет произведена не позднее, чем за 30 дней до наступления срока платежа. Налогоплательщики, зарегистрированные в электронном сервисе, получат документ в электронном виде. В случае утери пароля от электронного кабинета нужно обратиться в налоговую на второй этаж операционного зала. Во втором квартале текущего года татарстанские банки выдали 33 тысячи кредитных карт. Это почти на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года. Примечательно, что десятая часть обладателей кредиток – заемщики моложе 25 лет. Работать с молодыми клиентами банки начали недавно. Из-за нехватки зрелых заемщиков кредитные организации были вынуждены переключиться на этот сегмент граждан. Он считается более рискованным, поэтому банки подстраховываются путем снижения лимитов по карте.